Короче, я создал кафе Стикманыча, где можно купить фазы для ПЛБ, ЖЛБ, ГЛБ и так далее. Ждем Агурицена, Биночила, Мемного Батю и других, которым надо фазы. И да, на заднем фоне едут машины. Ну пока что зайду внутрь и познакомлю с работниками. А, вот как раз работники, которых купил с рейтингом 10 из 5 звезд. Представляю только 3 работника, потому что я создал кафе только 1 минуту и 69 секунд назад. Один работник Дима, потом второй это Красноярский и третий это фанат кафешек 3000. Ну короче, я пошел делать видео, а вы обслуживаете посетителей. Ладно, идем, а то зарплаты, сук, не будет. Чет многовато людей в первый день работы. Я, наверное, уйду. Я от страха голос изменил, лол. Ладно, Дима, давай обслуживать, а то зарплаты от Стикманыча не будет. Здрасте, что заказать хотите? Хочу заказать бургер Супер Спешал Дабл Трипл Джуниор с начинкой фас от ПЛБ, радостная секция, и хочу баскет фазана Гиттес и напиток Эстейкман Кола. Окей, ща будет. Держи. Окей, спасибо, вот деньги. Пока. Пипец, я богатый. Стикманыч, открывай. Смотри, мы богатые, ведь 100 стикман рублей – это 10 тысяч рублей в самой России. Хах, молодец, но нам их надо разделить. А можно домой уже пойти? Конечно, я тоже, пожалуй, пойду. Блин, я устал работать в кафе, уже неделя прошла, надо бы выйти на улицу. Хотя бы до травы дотронуться надо. Че это еще за фигня? Вроде говорили, что это шар энергии, мне даже Стикманыч говорил, что этот шар взял в свой шаблон. О, привет, Красноярский, держи записку. Понял, пойду искать работников, а листок выкину. А почему они раздвоились? Теперь не важно, только как бы быстро работников найти. А я знаю, фанат Стикманыча, дай свой супер-мегафон ПЖ. Окей, только дай 10 рублей. Спасибо, держи мой супер-мегафон. Кто хочет быть работником заведения кафе Стикманыча? Мы можем нанять до 20 людей. Бесплатно. Капец, достаточно много ментуберов. Начнем с пупсиня. Кстати, вы должны давать мне ваш секретный предмет, или не пропущу в работники. Однажды прекрасным утром Стикманыч сидел за компом и задраотил Браво. Потом смотрел YouTube. После ржаки Стикманыч решил сделать Б на 4 часа, но нашел это. И решил зайти в Дискорд. Пора построить школу Стикманыча, ща 69 секунд. We'll be right back.
достроил, только надо еще увеличить эту школу с моим прибором, который называется Стика-увеличиватель 3000, сделал, чтобы увеличивать стикманов и другие вещи. Погнали! Все, я устал.